А теперь поговорим о даре учительства. В Евангелии от Луки, 1 глава, перед нами предстает человек, который был не только опытным врачом, но также замечательным одаренным учителем. Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Мы читаем об этом человеке, и мы видим, как проявляется в нем дар учительства. Он пишет, Евангелие от Луки, 1 глава, 1 стих, «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова». Имеется в виду Христос. «То рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Здесь перед нами замечательное описание и настоящего изучения Библии, и настоящего преподавания Библии. Смотрите, Лука говорит, что многие уже писали о Христе, многие уже записали свои истории. Но я решил сам тщательно все исследовать. И что он решает, что он делает? Он наблюдает факты. Наблюдает факты служения Иисуса Христа, сущности Иисуса Христа. В изучении Библии этот шаг называется наблюдением. Мы наблюдаем, мы смотрим, что мы видим, что мы можем сказать о Боге, что мы можем сказать о мире. Мы наблюдаем, что говорит Божие Слово. Затем мы переходим к следующей части повествования Луки. Лука записал по порядку. Рассказал обо всем по порядку. Это можно сравнить с толкованием. То есть он по порядку истолковал все то, что увидел, все то, что услышал, для того, чтобы это было проще понять. Это второй шаг изучения Библии, толкование. Это второй шаг преподавания. Необходимо истолковать материал. Необходимо быть готовым ответить на вопросы учащихся. Необходимо говорить по порядку, для того, чтобы изъяснить, объяснить, донести истину. Вот так устроен дар учения. Я знаю одного замечательного преподавателя, который говорит о том, что я постоянно пытаюсь предсказать, предугадать вопросы и проблемы, которые возникнут у слушателей, и по порядку ответить на них, по порядку прояснить их, рассказать истину. То есть задача здесь заранее предугадать проблему, предугадать вопросы и ответить на эти вопросы, прояснить эти проблемы на основании Священного Писания. А затем Лука говорит, чтобы ты мог убедиться, чтобы ты получил настоящее основание этого учения. Итак, у нас было наблюдение, толкование, а затем применение. Чтобы ты убедился, чтобы ты получил основание, чтобы ты понял. Именно так и устроен дар обучения, дар наставления. Мы доносим Божие Слово. Сначала мы наблюдаем, затем мы его толкуем для людей, и затем помогаем применять в жизни. Конечно, все мы так или иначе изучаем Библию, конечно, все мы так или иначе преподаем Слово Божие, но в конечном счете мы понимаем, что у некоторых из нас есть для этого особый дар. Еще один дар. Дар ободрения. Варнава часто называется сыном утешения.
Мы с вами поговорим об утешении, мы поговорим о Варнаве. Смотрите, Варнава готов быть рядом с апостолом Павлом. Варнава готов утешать его, ободрять его. Варнава идет аж в Тарс для того, чтобы привести апостола Павла в Антиохию, чтобы они могли работать вместе, чтобы они вместе ободряли народ Божий, людей Божий в церкви. Мы видим, как Варнава утешает, ободряет даже Иоанна Марка, когда он говорит: «Нет, во второй миссионерский поход ты с нами не пойдешь, но я тебя возьму с собой». Он постоянно ободряет людей. Есть среди нас люди, у которых как-то особенно получается ободрять, как-то особенно получается утешать тех, кому больно, и также бросать вызов, чтобы человек мог задуматься, помогать нам восстанавливать отношения с Богом и с другими людьми, помогать сфокусировать свою жизнь, помогать увидеть главное, чтобы мы могли распределить свои ресурсы, чтобы мы могли понять, чего хочет от нас Бог. Вот этот дар ободрения. В Евангелии от Матфея есть еще один важный дар. Дар жертвования, даяния. Пожалуй, среди евангелистов именно Матфей больше всего говорит о деньгах. Евангелие от Матфея, 6 глава, 2 стих. «Итак, когда творишь милостыню», читаем мы о том, как это должно происходить, «не труби перед собою». Мы читаем в 19 стихе 6 главы: «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». И 24 стих: «Никто не может служить двум господам», то есть Богу и Мамоне. Нельзя. Либо одному служить, либо другому, но ни в коем случае не обоим одновременно. Итак, Матфей говорит о том, как использовать деньги, как использовать средства. Деньги должны использоваться мудро. Вы помните 5 главу Евангелия от Луки? Там описана сцена, когда Иисус призывает Матфея, а Матфей устраивает встречу. Он тратит деньги для того, чтобы пригласить друзей, собрать друзей и познакомить их со Христом. Так поступают люди, у которых дар даяния, дар пожертвования. Они тратят свои ресурсы, тратят свои деньги либо на встречи, либо на миссионерскую деятельность, на что-то, что относится ко Христу, что помогает людей познакомиться со Христом, встретиться со Христом. И, конечно, это не только люди, которые умеют давать, но люди, которые также могут зарабатывать эти деньги, могут не только раздавать, но и зарабатывать, а потом правильно распределять. Кстати говоря, порой не поймешь, кто самый щедрый, потому что далеко не всегда щедрыми становятся богатые. Мы помним, естественно, мы помним лепту вдовы. У вдовы больше ничего не было. У нее была лепта, и она эту лепту положила в сокровищницу храма. Так что, в конце концов, дело не в том, сколько, а в том, как. В том, что этот человек действительно собирает ресурсы и жертвует их, отдает их ради Царствия Божия. Есть такой дар, это особый дар, дар даяния. И еще дар руководства. Мы видим этот дар в жизни Петра, имя которого было изменено. Он стал Кифой, то есть камень. Я думаю о камне, и мне приходит в голову такое понятие, как стабильность, устойчивость. Это тот, на кого можно положиться. Это тот, на кого можно рассчитывать. Это тот, за кем можно идти. Это тот, у которого четкое видение. И, конечно, Петр есть человек, подобный камню, человек с настоящим видением. И вот это еврейское слово «вести», «руководить» буквально означает «предстоять перед людьми». Есть те, кто не любит предстоять, есть те, кто не любит выходить вперед. Как только они оказываются впереди, перед другими, они начинают нервничать. Но есть те, которые к этому готовы. Они готовы, например, вести собрание, вести встречу, дать направление для служения, дать направление, которое поможет нам идти вперед. Помните, как Иисус совершенно четко и явно призвал Петра, и когда Петр подвел Иисуса, когда Петр трижды отрекся от Христа, Иисус трижды тогда на берегу озера
сказал Петру: «Любишь ли ты меня?» Значит, трижды Петр отрекся от Христа, трижды Иисус призывает Петра обратно, призывает к себе, призывает к покаянию, задает самый проницательный, пронизывающий вопрос. Да, руководство начинается с малого, с руководства воскресной школы, с руководства малой группы. Потом все больше и больше Бог использует нас, чтобы вести свой народ, служить своему народу. Не быть диктатором, не доминировать, но вести. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И дальше, конечно же, Иоанн — это человек, который знает, что такое милосердие. Именно Иоанн проявляет милосердие. Дар милосердия — это желание помочь тем, кому больно. Это дар сострадания. И очевидно, именно в этом был дар Иоанна, того самого, кто написал Евангелие от Иоанна. 3 послания. У него был дар служения и дар милосердия, дар милости, потому что он единственный, кто рассказывает нам историю о том, как Иисус встретился и разговорился с самарянкой. 4 глава Евангелия от Иоанна. Именно Иоанн говорит и рассказывает нам о том, как Иисус обращался с женщиной, которую взяли в прелюбодеянии. Именно Иоанн рассказывает нам сцену у подножия креста, когда Иисус обращается к Иоанну и говорит: «Се, мать твоя», он говорит о Марии, «вот сын твой», говорит он Марии. Нельзя же доверить мать свою человеку, который потом не сможет о ней позаботиться. Маму мы доверяем только тому, кто действительно милосерден, кто действительно милостив. Итак, человек с даром милосердия чувствует других, он внимателен к другим. Иоанн в своих посланиях пишет: «Дети мои, детишки мои». И в первом послании Иоанна мы неоднократно видим утверждение о том, что если наша вера не будет проявляться в любви, то вера эта мертва. Наша задача — любить не только словом, но и делом. В послании к римлянам, 12 глава, 3 стих, мы читаем о том, что каждому из нас дано по мере веры. То есть каждый из нас получил определенный дар. Не дары, не все дары сразу каждому, но каждому отмерен определенный дар. И каждому из нас отмерено определенной мерой. Но вот что интересно. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 34 стих, Иоанн Креститель говорит об Иисусе Христе, что Ему дан Дух не мерою. То есть Иисус — это и есть Пророк, Иисус и есть слуга, Иисус и есть учитель, Иисус ободряет, Иисус дарует, Иисус жертвует, Иисус проявляет милость. Все сразу, в Нем одном. Да, у каждого из нас свой дар, но давайте посмотрим, как этот дар проявляется в жизни Иисуса Христа, потому что в Нем Дух Святой не мерою, у Него все, потому что Он полностью Бог и полностью человек.